Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Ввиду определенных обстоятельств, то любимый 20 мая тоже юбилей, как и у меня. Она маленечко помоложе меня. Ну как, прилично помоложе. Она-то у меня девка молодая, но это я уже там старый старперец. Ну вот и перенеслось некоторое количество видео, что позволило мне отрастить вот такую буйную шевелюру. Ой, как хочется на клинок перейти. Вот сейчас бы клинком... Тем более есть что показать. Но, ребята, мужик сказал, мужик сделал. То есть, ну как, буду марку держать. Еще два станка осталось. Поэтому знаете, что вы, наверное, на крупный план. Посмотрите, что у нас будет сегодня. Ну, а я начинаю подготовку, а вы догоняйте. Линейку героев сегодняшнего обзора, наверное, откроет вот это мыло от всемирно известной компании с 200-летней историей Диар Харрис под названием Мальборо. Заключено коробочку из ценного дерева палисандр. В Англии его называют Rosewood, у нас просто розовое дерево, вот с такой вот монограммой. Внутри мыло тройного помола, твердое, как и все англичане, где Архари стараются делать мыло сразу на лицо, а не для чаши. Как это будет сегодня работать, сейчас и посмотрим. Станок. А, да, кстати, вот эта вся красота, возможно, благодаря Денису Иванову. Денис, огромное тебе спасибо. Ну, а благодаря Алексею, город Томск, я смогу вам показать нашу седую старину, которую вы идентифицировали как станок «Юность». И даже короебочки с инструкцией показывали. Трехсоставной станок, ручка полая, пластиковая, но, тем не менее, вполне себе так фактурно сохранилась. И нижняя плита и верхние плиты точно так же напоминают что-то у нас жилеттеховское. Давайте я вам поподробнее покажу. Нижняя плита. Посмотрите, здесь даже монограмма у нас сохранилась. Крепенькая, нормально. Вот насечки тут маленечко выдержит. Ну и верхняя плита. Ну это прям вылитый жилеттех. Вон, посмотрите, все практически, вот только вот средние вкладки другие, а все остальное очень-очень сильно похоже. Замак, силумин, что это такое, я не знаю. Но сверху это было когда-то покрыто, вот, ну, что это такое, хром, не хром, что это. Но чтобы это ни было, вот так слегка покоцанное. Сегодня вот этой красотой и будем бриться. А поможет нам лезвие Астра, которое я вытянул вот из этого набора. Так, вы его не видите, да? А я вам сейчас покажу. Этот набор у нас появился благодаря Сергею Боевичу в Санкт-Петербург. Почему именно это лезвие? Он мне прислал раритетные лезвия, которые, ой-ой-ой, сколько хранятся. А из комментариев под последним видео я понял, что среди наших товарищей, скажем так, есть ребята, у которых отцы, ну, достаточно зажиточные такие ребята были, у которых были не только обычные лезвия, которые можно было купить в магазине, но еще всякие разные. Вот я и подумал, если это старое, то почему бы ему и в те времена не быть у нас в России, в СССР. Ну вот поэтому решил его и взять. Если одобрялся, то у нас еще вот такая вот астрочка будет, видите, да, маленечко отличается. Плюс еще пол сильвер и плюс еще вот дипломат платинум и шик. Ну блин, ребята, еще не одно бритье можно СССРовское снять. Итак, так, это у нас Питер. Насколько я понимаю, это набережная реки Пряжки, да? Сергей, поправь меня, если я не ошибаюсь, но фоточка такая, такая прям питерская. Смотрите, как все так оформлено, интересно. Ладно, ставим лезвие, посмотрим, как в старину их паковали. Да как, так же, как и сейчас. Чуть-чуть на что-то там было приклеено. Вот смотрите, тырц маленечко залипло. И вот здесь вот даже вот чуть-чуть осталось. Вот так выглядит это лезвие. За годы оно хуже не стало. Astra Superior Stainless Steel. И здесь то же самое. Astra Superior Stainless Steel. А, нет. Made in Czechoslovakia. Пибищ. Вот так вот, ребята. Не хухры-мухры. Чехи тоже делали. Так, давайте я покрупнее сделаю. Мало ли, вдруг кто не поверит. Вот так вот. Вставляем. Голова... очень приятно лежит в руке, не длинная, 41 миллиметр, уши торчат, вылет, смотрите сами,
как по мне, так вполне себе адекватный. Так, по бокам. По мазочкам сегодня отработает знаменитый Разорак Биг Брюс. Почему знаменитый? Я не знаю, ребята, он мне так заходит, почему-то мне кажется, что он должен всем заходить. За счет чего? Он взвешенно сбалансированный. При весе 85 грамм, при общей длине 113, высота самого узла у него 60, высота ручки 53. Это синтетика. Не самый мягкий на ощупь, который я пробовал из синтетики, но тем не менее он кошерный. Ну, прям приятный. С файном его, конечно же, не сравнить, но ой-ой-ой-ой, как. И плюс, при всем при том, внутренний узел 26 мм, который здесь снаружи распушается до 29, чтобы вы понимали. А посмотрите, какая ручка. Даже у немцев я такое что-то видел. И 14 баксов. Ну, сами понимаете. То есть, по идее, то, что я вам сейчас говорю, это, конечно, в заключительном слове можно было бы сказать, но я этим по мазкам уже пользовался не раз, и, ребята, впечатления просто положительные. Поэтому вот по совокупности фактов 14 баксов и все вот это вот из себя, ну, это вещь. Вещь однозначно. Вот сегодня этим красавцем и побреемся. Ну, а заполирует наше сегодняшнее бритье Old Spice. Fresh Lime, да? Да, Fresh Lime. Опять же, который благодаря Денису Иванову появился на канале, купил он его прямо в Индии. Хотя некоторые ребята говорят, что он и здесь продается, но вполне себе да. Я несколько магазинов нашел, в которых он стоял 650 рублей, недорого. Потому что если вы пойдете на Али, там вы сможете это найти в районе 400-800. Но в любом случае, где брать, решать вам, конечно же. Но впечатления об индийских Old Spice у меня самые-самые-самые резко, прям категорически положительные. Поэтому я жду сегодня чего-то хорошего. Все, пошли бриться. А я что-то тут, знаете, подумал и, наверное, даже из режима говорящей головы выходить не буду. Потому что, ну сейчас, что тут? Как набивать синтетический помазок мылом с 200-летней историей. Чаши не будет, поэтому, наверное, сразу можно так вот и идти. Вот водички налил. Маленько поколтыхал. Ну и все, пускай пока квасится. А у нас сегодня Биг Брюс, ЕПРЦТ, прямо аж с самого разораку. Чем хороша синтетика? Взял ее, просто намочил, вот так вот чуть-чуть сделал, и еще раз вот так чуть-чуть сделал. Все. Все. Дальше пошли работать. И спокойно, вот так, эта чаша, лишняя водичка, так выливаем. И сейчас все это дело загрузим. То, о чем я говорил на крупном плане, да, ребята, на самом деле не быстро до меня дошло, потому что я практически каждое хорошее мыло, когда вот у меня болезнь там по скатлам была, пытался затащить в чашу. Ну и там фигачит. К моему великому сожалению, не каждое мыло хотело сбиваться чаши. Ну и хорошо, что у меня есть вы. Потому что выходили люди и говорили: так, Иванов, что ты, блин, выпьем каку. Это английское мыло. Ты историю английских мыл в курсе вообще, знаешь? Англичане, они кто? Они вот. И с водой проблемы, с этим проблемы, со всем проблемы. Да короче, у всех проблемы. Чего, у нас что ли проблем нет? Но англичане их решили по-своему. Они почему-то выработали у себя школу минимализма. То есть у них в принципе даже в истории нет чаш. Все, что у них есть, это маги. Ну вот эти, знаете, которые сбоку тырц, сверху пырц, так тын-тын, и вот это они, да. Ну вот. То есть они взбивали сразу все на лице. Ну, соответственно, им мыло так делали. Поэтому вот мы, наверное, точно так же сегодня поступим, да и все. Конечно, я все-таки для мыла выбрал несколько щадящий режим, потому что у нас сегодня как бы этот самый, так, а микрофон-то вообще включен? Да, включен. Синтетика. Практически для любого мыла вариант синтетика — это халява, потому что синтетики и пофигу, да и практически все пофигу. Самое главное, ты ее хорошо промой после работы и высушишь, все. Причем как, в каком положении, где, сколько ты ее будешь тушить, не столь уж и важно.
даже если там в узел что-то там чуть-чуть, чисто гипотетически попадет, то криминала никакого не будет. Ну вот, посмотрите, что у нас дает Диар Харрис Мальборо. Пока. Но у меня к нему претензий нет. Так, ну давай юность. Верни меня в историю. Такое, я вам скажу, бодренькое лезвие. Это, во-первых. Во-вторых, и станок-то не мягкий нифига. Отчасти. Отчасти похож на Сар Апол. Но сбитости не хватает. Причем конструкция, ну, правильно парни говорят, она выверена веками. Вот сейчас, смотрите, сколькодневную щетину смахиваю, он даже не забивается, промывается элементарно. И по большому счету, вот двух сторон хватило, смотри, сколько обойти. Не случайно вы меня застукали на разглядывание карты волос. Сам для себя отметил, что не везде я соблюдаю то правило, что по, поперек и против. Но результат, в принципе, меня радует. Поэтому сам для себя делаю вывод. Вот есть какие-то каноны? Будете вы их соблюдать, не будете? Дело ваше. Самое главное, чтобы вы о них знали. Для чего? Для чего? Ну, к примеру, вы знаете о каких-то канонах, не соблюдая их, манкируете, но, тем не менее, результат конечный вас устраивает. Хорошо? Хорошо. А вдруг получается так, что не устраивает ваш результат? Но если вы знаете каноны, то вы знаете, где искать причину. То есть, ну, вот, делайте, как умные люди говорят, и, возможно, не обязательно. Ну, может быть, у вас что-то получится. Короче, тут каждый ищет свою комбинацию только и всего. На самом деле, мне вот сейчас вот так вот надо было пройти, а тут так. Но пока получается. Первый проход закончен. Чуть-чуть добавлю воды. Ну, та же самая маска а-ля Дед Мороз. Ну вот вам, нате, здрасте, второй проход, да? И пока вроде ничего. Все еще не набираем ничего, используем то, что было, просто добавлю воды. Ну, как в той сказке. Просто добавь воды. Ну, чуть-чуть порезал.
чувствовал, когда это произошло, там как-то пошло не так, пока соображаю, почему. Ну, ничего криминального совершенно. Ну, вот в таком режиме, я думаю, что я смог бы еще слоя 2-3 нанести, но это последний, третий. Ну, если, конечно, в добривке не ударимся, там, может, пару-тройку раз еще надо будет мазануть. Ну вот, пожалуй, что и все, ребят. Наверное, добриваться делать не буду. Объясню, почему. По мягкости для меня этот станок ближе, наверное, все-таки к 3/4 голове. Я это так чувствую. Лезвие, несмотря на его бодрость, все-таки... Вот оно режет, но что-то так... Вот что-то там такое есть. Не скажешь, что он тупое. Но вот как-то вот... С одной стороны, нормально, а с другой стороны, вот какой-то мягкости, плавности не хватает. И во время движения иногда идут зацепы, которые, ну, не совсем не нравятся, как они заканчиваются. Ну, какой смысл выскребаться? Ну, что, подождем, сколько тут до вторника осталось, до пятницы. Подождем, да там уже чем-нибудь, по-нормальному, да и пройдем. Но вот это пока, что, убираем, автошейф, компресс, автошейф. Ну да, конечно же, чуть-чуть разнес. Ну вот если, допустим, на следующий раз, я бы, наверное, с этим бы лезвием в этот станок не пошел. К лезвию вопросы есть, но я их сейчас не могу сформировать. Было бы интересно на других станках его попробовать. Но вот в этом станке... На самом деле в тупике, потому что и тупым его не назовешь, и острым его не назовешь. Вот какое-то вот оно так, и скребущим тоже не назовешь. Вроде нормально идет, но местами как прям как с катушек слетает. И бум. Не знаю. Ну короче, надо в разных парах их пробовать. Так, автошейф. Лайм. Лайм. Вообще я люблю лайм. Насколько я помню. Ух ты, блин, что-то прям по-царски. Ну ладно, что. Мама, я летчик орлы. Летчик высоко летает, много денег получает. Мама, я летчик орлы. Ах, вот такое что-то от хорошего автошейва на душе. Ух. То ли я буранул сверхмерно, бузал, то ли... Ну что-то как-то... Вообще тут лайм-то заходил, нет? Я не помню, чтоб... Я такой запах раньше ощущал. Вот сейчас здесь что-то гипертрофированное. К лайму никакого отношения не имеет, к фрешу тоже никакого отношения не имеет. Если индусы так видят лайм, так мне жалко тех индусов, потому что, ну блин, лайм он на самом-то деле другой. На самом деле их много. Африканские, американские, ну там мексиканские все эти дела.
Ну, вот, видимо, в Индии вот такое растет. Ребята, ну я бы не позарился на индийский лайм. Есть в нем что-то интересное, но этого интересного хватает ровно настолько, чтобы, блин, ну вот что-то там, вот это сказать и все. Вот второй раз я бы мазаться вот этим не стал. Я не знаю, как другие люди на это будут реагировать, ну хотя как, вру, знаю, конечно, потому что вот, например, вот Денис Иванов, то, что прислал, говорит, жена его забраковала, ну то есть ей как бы тоже так фу-фу-фу. Но я думаю, что если бы моя это понюхала, она бы меня в ту же степь бы послала, да мне и самому что-то как-то не очень. Ну а что касается всего остального, ну да, уходовое есть, алкогольный, маленечко поорать, душу развернуть, да, могёт. Но запах, ребята, это имховое, смотрите. Не факт, что он вам понравится. Если нравится вам что-то слащёвое, цветочно-фиалковое, гвоздичное, да, блин, что-то благородную гвоздику решил оскорбить. Ребята, нет, это не гвоздика. Что-то, знаете, какая-то вычурная цветочная тема вот здесь вот разыграна. Причем без исходности. Вот какой-то бабка-нафталиновый вариант вот у меня в голове сидит. А вот что это такое из себя может представлять? Не, ну к бабушкам я со всем моим почтением, да и нафталин, как бы он тоже сам по себе неплохо пахнет. Ну, если в умеренных количествах, и не с мешком на голове. Я не пробовал, но я так думаю. Ну вот здесь вот, вот это, это фу-фу-фу, вот лично для меня фу-фу-фу. Не, Денис, конечно, спасибо, что он прислал и показал все это, но вот для меня это фу-фу-фушный вариант, и я бы его так, ну, второй раз бы даже нет. Хотя на вкус, на цвет товарища нет, все фломастеры в коробке разные, вполне себе наверняка может найдутся люди, которым этот вариант нравится, импонирует, и они просто от него... Ну, хотя бы, ну не в восторге, но хотя бы нравится. Могу себе это представить, могу. Но это не я. Не я. Уходовая нормальная. Рука липнет пока. Или морда лица липнет. Ну, что-то там липнет. Посмотрим, что сейчас через 3-4 минуты пройдет. А пока будем смотреть, как это пройдет, давайте к мылу. Это еще один отставной товарищ, который не понравился Денису. А почему? Денис впечатлился запахом Автошеева Мальба. И он со всей душой понадеялся, что и здесь будет тот же самый аромат, что в Автошееве. Ну и взял это мыло, между прочим, за немаленькие деньги, 30 евро. Ну, подарочная упаковка, красное дерево, все дела, вы понимаете, да? Блин, каково же было его разочарование, когда от Автошеева там шик да маленько. Мне кажется, я уже говорил на эту тему, но если я все-таки придумал себе это, я хочу, ребята, сказать это сейчас. Те люди, кто думает, что линейка Автошеевов и мыл у Диар Харрис сносится напрямую, и что розовая водичка от Диар Харрисов и мыло, если есть такое, будет пахнуть одинаково, если сандаловое мыло и сандаловый Автошеев, то будут пахнуть одинаково, и если какое-то мыло и какой-то Автошеев от Диар Харрисов будет пахнуть одинаково, выкиньте это из головы, это не так, от слова совсем. Но нет у них этой корреляции. Почему? Сие для меня загадка. Я не знаю. Если бы люди не умели работать с запахами, или что-то бы у них не получалось, или, допустим, руки из попы росли, или вообще, ну просто, ну тупенькие, ну что с них взять? Так нет же, нельзя про них так сказать. Возьмите одеколон сандал. Это самый, мать его, лучший сандал во всем мире для меня лично. Который вот опасная бритва РФ прислала, он у меня сейчас стоит на полке, я просто млею, что он, вот, да, и вот, и мурахами покрываюсь, когда думаю о нем. Настолько он шикарен. Автошеев сандаловый. Ребята, так что-то песня. Не верите мне, зайдите на забугорные форумы, там люди вот такими буквами говорят, что из сандалов самый лучший Автошеев это у Диар Харрис. Кстати, Андрей Карасев думает так же. А для меня он слишком резкий. Ну зато одеколон, это тема, это к тому, что люди-то, компания, контора умеют работать с ароматами, с запахами. Почему они забили на вот эту вот, казалось бы, прямую ассимиляцию между Автошеем и мылом, что должно пахнуть одинаково, я не знаю. Но это факт остается фактом. Вот вам еще одна трагедия, еще одно разбитое, ну не сердце, надежда, ну и потерянные 30 евро. Ребята, нет Диар Харрисов этого, к моему великому сожалению, но нету. Нет. Мыло Marlboro.
и одеколон Мальборо. Это два разных запаха. Но два не одно. Запахи разные. Но они не сходятся никак совершенно. По качествам. Пенообразование 5, скольжение 5, структура пены 5, внешний пит, бит 5, дизайн 5, прям экономичность 5, ну вот все. Понимаете, вот это вот хорошее сбитое мыло, которое не выбивает тебя из колеи, которое просто тебе будет давать хорошо побриться. Там нет того запаха, которым зачастую балуются те же самые неугомонные итальянцы с горячей кровью, которые тебе там такой запах забабашут, что фью, вынос мозга. Ты не хочешь, а будешь ходить и нюхать, баночку открывать, сушить, вот так нос в ванную засовывать. Ну, то есть, да, вот такие запахи они делают. Это холодные чопорные англичане, ребят. Да и слава богу, что тех же самых холодных чопорных пробило до хотя бы до такого сандала, потому что сандал там шоп песня. Кто не пробовал, пробуйте, ребята. И да лучше не пробуйте, если любите сандал, берите сразу. Потому что это тема, реально тема. Если Автошеф еще, ну скажем так, это какой-то, знаете, ну, не хоть и резкий, но все же пристойный вариант. А вот одеколон, это раздалый шабаш. Там брызнешься этим сандалом, такое ощущение, что ты весь вот деревянный такой сандаловый идешь. И весь идет, все пофиг, по барабану. Вот так шикарно он пахнет. Ух, хороший, хороший. Так, станок. Ну, юность, это, конечно, все здорово, но вот все, что мне понравилось в этом станке, это ручка. Ребята, какая она шикарная. То, что она вот так вот на утончение идет, и как она в руке сидит, и вот эти меленькие насечечки, и вот прям реально по кайфу, ты как вот перо держишь вот такое, каллиграфией хочется заниматься. А вот в бритье мне что-то не понравилось. То ли лезвие этому поспособствовало, то ли я не пойму что. И дело даже не в том, что в нескольких местах меня покоцало, липкость прошла. Ну так, чуть-чуть еще осталось. Ну, скрип. Скрип есть, липкости уже нет. Дело не в том, что оно в нескольких местах меня покоцало. Что-то вот, я его не пойму. То ли из-за того, что он мягкий. Ну вот в районе где-то вот HG34 не мягче его, но и не намного агрессивнее. Где-то вот, вот так вот вокруг вот они вот так. Ну вот есть ребята, которые мягкими станками увлекаются. Я думаю, вот этот станочек бы им понравился. Но мне так точно нет. Ну, к его чести сказать, ну, он выбрал меня примерно на уровне HD34, то есть не хуже, точно. Да, есть места, где еще можно было бы пройтись, будь у меня в руках другой инструмент, и я бы это, несомненно, убрал. Но этим я не стал, потому что я знаю, каким будет результат, ну и он меня, честно сказать, не радует, поэтому я вот вовремя остановился. Если вы где-то нарветесь на такой, возьмете его, особой потери не будет. Я думаю, что он не будет дорого стоить. Как один из запасных вариантов, да, почему нет, но если вы вдруг любитель мягких станков, то он у вас может даже в разряд основных перейти и, я думаю, принесет только радость. Но не в моем случае. Хорошая, интересная штука, и спасибо Алексею, что дал попробовать. Лезвия Астра старые, пока не знаю, что про них сказать, потому что их было бы зарядить куда-нибудь в другое, что мне больше понятно и ясно, как вот парни говорили, старт 1.18, да, там бы я быстрее с ними разобрался, но пока, вот если брать, допустим, по 10-бальной шкале, я бы им где-то вот пятак бы поставил, то есть где-то посередине, по 5-бальной, соответственно, 2.5, 2 с плюсом, 3 с минусом, ну вот как-то так. Это не забудьте про 5-бальную, а то еще подумаете, что им банан вкатал, нет, просто они у меня где-то в средней позиции сейчас застряли, и да, могут. Да, не в этом станке. Но вот эта зернистость, которой они работают, в моем случае с моей щетиной, не нужно забывать, что седая щетина, это по сути уже кирдык ля-ля волосы, он пустотелый, там никакой смазки, вообще ничего нет. То есть вот трубочка пустая, и вот эту трубку нужно косить. И вот эти лезвия с этими волосами, что-то как-то вот не очень. Тут надо что-то другое. Ну, тут, по сути, при чем тут лезвие? Ну вот для меня они сыграли так. Помазок. Работяга. Работяга. Все люди, у которых есть, ну, я не знаю, допустим, мысль какая-то в голове, что какой рабочий помазок из синтетики взять, и так, чтобы потом не стыдно было, и так, чтобы потом не сразу разочароваться, и так, чтобы просто узнал, что он свои бабки отработает. Ребята, Разоррак, Биг Брюс. Отличное решение.
Нужно просто сделать маленькое ограничение. Те люди, которые не любят больших помазков, ребята, даже не дергайтесь. Потому что заявленные 26, здесь распускаются до 29, сам по себе он не маленький. Если вы не любите большие, то он как бы вам будет и не совсем так в душе. Но те люди, которые любят что-то среднее такое, которых 24, 26, 29 не пугает, ребята, задумайтесь. Да, не самая такая, знаете, мягкая, лоскучая синтетика, как вот, допустим, к примеру, у Plus Soft или как у Fine. Но так здесь это не надо. Даже, кстати, у Яки она помягче. Но здесь это и не надо. Работает он, зашибись. Вообще просто хорошо. Опять же, не забывайте про 14 баксов. То есть это как бы, а ручка? Я где-то видел уже такие ручки, причем они стоили гораздо дороже. То есть это очень-очень-очень интересное решение. И я не думаю, что это аборигенам, ну в смысле как, неправильно сказал, старожилам. Старожилам зайдет, они скорее всего об этом уже знают, и у них есть что поинтереснее. А вот новичкам, которые только еще знакомятся с темой, начинают. О, шикарное решение, отличный вариант за небольшие деньги. Ну что, на все. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. И не забудьте, поставка нового старта примерно где-то в течение 2-3 недель. Те, кто еще не обратился, обращайтесь. Те, кто еще думает, ребята, думайте скорее, потому что ну, скоро не о чем будет думать. Надо будет уже третью партию заказывать. Поэтому ссылки в описании под видео. Сергей Моисеев, это Андрей Левченко, север Украины, это Стас Джаста Хоппи, юг Украины, наша Одесса, Одессе привет, ну, Донбассу тоже привет. Ну и что, до новых встреч, а в следующий раз, наверное, будет остатний тоночек от Алексея, тоже тышка, а потом, пацаны, дайте мне хоть с клинком пару раз оторваться, а то уже прям тут соскучилась. Все, пока-пока, подписывайтесь на канал, до новых встреч, с вами был я, Вадим.